I think about us calling. I think about us, I think about us falling. Through the dark night and through time, towards the light when you'll be mine. I think about us, I know the dawn is for us. Итак, всем привет, доброе утро моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Утро у нас начинается с домашних корейских роллов. В Корее они называются кимбап. Тут это не какая-то праздничная еда, а такая достаточно обыденная. Продаются уже готовые наборы продуктов для этого блюда. Ну, достаточно простые. Вот тут вот у нас в составе морковочка, омлет, редька маринованная, желтая, немножко крабовые палочки и немножко вот, ну, тоже такой какой-то мясной, полумясной ингредиент. Вот набор этих ингредиентов можно купить уже сразу, так сказать, в одной упаковке. Просто остается сварить рис и, в общем-то, завернуть все это в водоросли. Такой, знаете ли, вариант перекуса. Ничего особенного. Ну, для этой страны ничего особенного. Так, сейчас завтракаем и выдвигаемся, значит, по магазинам. Кое-какие дела у нас сегодня есть. В общем, встретимся немножко позже. Ах да, еще соседка угостила нас с утра вот такой вот закуской корейской. Очень острая, с какими-то морепродуктами. В общем, я такой не очень-то люблю. Какие-то там моллюски. Вот. Ну, а мы ее в ответ угостили мандаринами. У нас целая коробка мандаринов. До Нового года хватит. И снова привет. Вот мы вышли на улицу. Я уже в шапке. Ну а что морозиться, собственно говоря? Мне тем более надо себя беречь. Вот такой вот у меня розовенький пуховичок. Просторный. Идем в магазин. Хочу купить сушилку для белья из нержавейки. Вот. Потому что иногда я стираю вещи руками и сушу их, соответственно, тоже не в сушильной машине. Вот. У меня была старая, нам соседка давала. Но она, знаете, не из нержавейки, а такая вот из обычного какого-то металла и покрыта сверху краской. И вот эта краска потрескалась от времени. Но она же нам не новую как бы давала. И оттуда сочится ржавчина. То есть может все, ну, все белье поперепачкаться. Причем так, что уже и не отстираешь это все потом. Ржавчина-то она не отстирывает. Поэтому куплю сейчас какую-нибудь недорогую. Хотя хотела, знаете, не тратиться особо в этом месяце. В декабре все-таки подарочки надо покупать. Всем привет! Здравствуйте! Так, у нас в соседнем парке опять фестиваль. Прям каждые выходные какие-то мероприятия теперь проводятся после того, как прошли вот эти вот послабления коронавирусных мер. Сейчас посмотрим как раз по пути, что там такое есть. Музыка. Временно покинули этот праздник. Все равно я не могу записать для вас выступление, потому что исполняются популярные композиции и авторское право, в общем-то, защищено, на YouTube не пройдет. Поэтому понаслаждаться вместе послушать у нас не получится. Да, кстати, если вам интересно, чем пахнет корейский праздник, что там за уличная еда,
продается. Очень сильно пахнет сладкой картошкой. То, что у нас называют батат, тут это называется кулума. Вот сладкой картошкой пахнет просто вся эта улица. И каким-то рыбным супом. Я думала, они там, знаете, в стаканчике кофе или чай разливают. Нет, это, оказывается, какой-то морепродуктовый бульон. Вот такие там запахи летают. И очень много сахарной ваты, как и у нас на любом празднике. Так, мы вернемся туда чуть позже. Уже просто так погулять, снимать, наверное, не буду. Ну, может, что-нибудь поснимаю. Сейчас идем в магазин. Смотрите уже, как лицо подморозилось у меня. Так, все, выбрали сушилку. Цена 17 800 за такую сушилку. Ну, надеюсь, это не будет ржаветь. С виду вроде выглядит как нержавеющая. Все, идем оплачивать. Кстати, посмотрите на мою обувь. Я такая вся утепленная в пуховике, в шапке и в чем? Как и мой муж. Это типично корейский стиль. Представляете, сейчас зашли вот в тот магазинчик. Видите, где буковка такая Е написана? Это обувной магазинчик. И что нам говорят? У нас нет зимней обуви. Типа, ну, может, позже закажем. Там только, знаете, такие есть резиновые калоши с искусственным мехом. Вот такая вот ситуация. Как-то тут не популярно зимнюю обувь носить. И шапки, кстати, тоже не популярны. Я тут чуть ли не единственная, как дурочка в шапке. Так, зашла купить корм Аринке. Аринка любит куриный. Вот тут есть курица, курица и рис. Она уже пробовала такой, в принципе, вкусный. Цена у него 16 900 за 1,5 килограмма. Ну что, будем брать? Будем брать. Тут есть еще с подарком. Но тут для котят. Мы вернулись, мы уже дома. Краткий обзор других покупок, всякой мелочевки. Вот такую вот купила симпатичную сосочку 0+. Стоила 7 500. Это типа из недорогих относительно. Цена кусается, да. Кстати, курс сейчас изменился. На 3 рубля скаканул курс. Вот. Была 1000 вон 60 рублей. Сейчас 63. Вот сегодня с утра я смотрела. 7 500 вот такая вот. С колпачком. Так, шнурки купила, не знаю, наверное, пригодятся, 60 рублей. Есть у меня одна идея, в какую обувь их вставить. Ну, надеюсь, подойдут. Так, 2 моточка пряжи по 60 рублей. Вот такая вот. И вот такая цветная. Мягенькая, 40 грамм. 2 моточка. Шоколадка 2 700 была с этим, с миндалем. Молочный шоколад с миндалем. Мыло вот такое вот. Бьюти. Написано, что бьюти. Так, маленький дерет картонную коробку. Тоже 60 рублей, ну 63 сейчас по нынешнему курсу. Округляю до 60. Набор вешалочек маленьких. Детских. Такие крошечные. 120 за 7 штучек. 120 рублей примерно за 7 штучек. 126. И вот такие вот липкие ролики. Точнее, вот это сменные валики. А вот это вот сам очищающий такой этот. Ну, в общем, вы поняли. Это для борьбы с кошачьей шерстью. Как-то кто-то спрашивал, как я борюсь. Ну, во-первых, вытряхиваю, очень эффективно подходит метод вытряхивания. Вытряхиваем все там, все одеяла, пледы. И потом проходимся валиком. И не бросаем одежду, сразу вешаем в шкаф. Это вот чтобы не цеплять на одежду шерсть кошачью. То есть уличная одежда, любая, в которой мы ходим на улицу, мы ее не имеем привычки бросать, где попало.
То есть сразу вешаете в шкаф, чтобы коты не зашерстили. Вот такая вот у меня методика. Это для тех, кто спрашивал. И набор из 5 крючков тоже 63 рубля. Вот так вот. Так, ну что я тебе скажу, с таким размером головы было бы неплохо, если бы ты сам начал себе зарабатывать на пряжу. Что ты молчишь? Что ты молчишь? Молчит он. Ну, вы посмотрите, какая головища. С такого количества пряжи можно ребенку шапку связать. Отрастил. Отрастил какой котелок. Что ты? Что ты грустный сидишь? Из этого шапка девчачья получилась на тебя. Я хотела белую, красивую. Не хватило. Молчит. Ну, скажем так, немножко развлекла себя этим вечером. Процесс вязания продолжается. Луна наворовал себе червячков. Что там у тебя, червячки? Вкусно? Такие вкусные червячки. Вот скажи, пригодились обрезки, да? Пригодились? Ну все, девочки и мальчики, я закончила. Браун у нас сегодня в пролете, а Кони у нас такая супер нарядная девочка. Все как у людей. Хотела принарядить мужа, в итоге выпендрилась сама. Приоделась, да? Приоделась ты. Вот такая вот шапочка у нас с бантичком таким миленьким. И вот такой вот, не знаю, как назвать его, шарфик или шаль. С таким вот цветочком и бубенчиками. Вот. Мне кажется, тебе эти цвета подходят больше. А вот ему надо что-то, я не знаю, может быть, белое или белое с коричневым. Но вот это вот ему, короче, вообще никак не к лицу. Тебе не к лицу? Не к лицу. Все, сиди грустный. Ой, смотрите, какая красивая девочка получилась. Ну что, девочки и мальчики, на сегодня я заканчиваю свое вещание в полной такой темноте. Приняла душ. Знаете что, какая меня грустная настигла мысль. Чистила зубы и ткнула, знаете, случайно щеткой себя. Ну, где-то вот под десной. Ну вот, в общем, ближе к десне. Короче, выразимся так. И что-то там у меня, вот, знаете, как кольнуло, не кольнуло. И я подумала, боже, неужели там что-то назревает, и опять зубы. Зубы — это какая-то, знаете, нескончаемая тема. Мне кажется, это самая неблагодарная часть нашего тела. То есть как-то, вот, знаете, я забочусь о своем здоровье, и как-то вот удается корректировать какими-то естественными способами там свое самочувствие, да, там работу сердца, работу желудка и так далее, чтобы нормально жить, нормально себя чувствовать. Но зубы — это вообще что-то такое нереально неблагодарное. Какие ты там пасты не покупай, что ты там не делай, все равно настает вот этот грёбаный день, когда ты понимаешь, что снова надо идти. А еще же, знаете, у нас сейчас же такое время, что как бы хочется не только здоровья, но и эстетики. Вот когда ты приходишь к стоматологу, ты понимаешь, что эстетика — это вообще какой-то другой уровень, понимаете, космический. То есть это может быть даже недоступно тебе. То есть в лучшем случае все подлечить, все перелечить, чтобы все было, ну, относительно как бы здорово, нигде ничего не воспалилось и не загноилось. Все, это уже предел мечтаний. А эстетика — это не только для богатых, это еще и для людей, понимаете, со связями, потому что множество отзывов о том, что как бы можно иметь деньги, можно пойти, можно заняться эстетикой, ставить себе там какие-то коронки, что-то там и маль чем-то покрывать. Но опять-таки, если это какие-то недобросовестные люди за это дело возьмутся, то будет больше вреда,
чем пользы, да, и свои зубы потеряешь, и эти временные, да, подсядешь на эту услугу, чуть ли там не каждые 5 лет будешь ходить и отваливать огромные деньги за это, за поддержание этой эстетики, иначе будет еще хуже, чем если бы у тебя просто остались свои зубы, там, подлеченные, да, какими-то там давно известными способами, которыми стоматологи лечат зубы, да. Я долгое время ходила к одной, и она особо не заморачивалась, то есть она реально меня там часто отговаривала, говорила, зачем мы будем, ну да, немножко пломба изменила цвет, но зачем мы будем ее трогать, типа и так все хорошо, у тебя же не болит, тебя же не беспокоит, да, ты хочешь вот сделать себе эстетику в ущерб, грубо говоря, ну, образно говоря, здоровью, да. Я такая, ну да, да, ладно, пломба немножко изменила цвет, уже темнеет, ну вот, ладно, да. То есть, наверное, в какой-то степени она права, а с другой стороны, да, ходишь к врачам, отдаешь большие деньги, и речь не идет вообще о какой-то красоте, порой улыбки, просто хотя бы, чтобы, как я уже говорила, нигде ничего не болело, нигде ничего не воспалилось, не загноилось, там никакие там кисты, а что там еще может быть, в общем, какие-то воспаления. Вот хотя бы ради этого ходишь, и то это стоит и денег немалых, ну и вообще мало приятного. Я практически не встречала людей, которые любят стоматологов. Ну вот, вот такие вот мысли меня посетили перед сном. Вот, понаблюдаю, что там может быть просто, что, ну, не знаю, я много орешков ела в последнее время, может быть, что-то там поцарапало эту десну. Ну, посмотрим. Пока. Ладно. Закругляюсь. Всем хорошего времени наедине с собой или наедине со своими близкими. Если кто-то ложится спать, вам тоже спокойной ночи, как и мне. Если вы только сейчас начинаете свой день, вам хорошего, удачного дня. Люблю, целую и пока-пока. До встречи в новых видео.